Приветствую вас на канале Hard Reset Info, и сегодня я вам покажу, как на устройстве Xiaomi Redmi 6A активировать режим «Не беспокоить». Для этого вам нужно открыть верхнюю панель и здесь включить режим «Не беспокоить». Нажимая здесь, вы можете его переключать. Также, удержав эту кнопку, можно открыть некоторые настройки режима «Не беспокоить». Например, разрешить входящие вызовы. Только контакты, избранные контакты нет. Также уведомлять о повторных вызовах. Ограничение всплывающих уведомлений. И также есть функция расписания включения режима «Не беспокоить», то есть временной промежуток, когда режим «Не беспокоить» будет включаться и выключаться автоматически. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.